Всем привет, меня зовут Никита, и в этом видео мы продолжаем строить вот такой классный дом в Майнкрафте. Ну и как всегда, я вас перед началом строительства дома попрошу поставить лайк этому видео, написать любой комментарий и самое главное подписаться на канал, так как я хочу выполнить свою цель 10 тысяч подписчиков. Пожалуйста, помогите мне с этим. Так, я думаю, что нам надо начать с того, чтобы сделать здесь пол для третьего этажа с помощью камня, каменного кирпича точнее. Теперь давайте встанем вот сюда. Нам надо здесь сделать здесь такой балкон. Берем кирпич, ставим вот здесь три блока. 1, 2, 3. И здесь также 1, 2, 3. В прошлой части я накосячил, поставил дверь не в том месте. Давайте мы ее сейчас уберем. Поставим здесь один блок и поставим дверь на один блок выше, чем должно быть. Так, давай. Так, здесь также ставим ступеньки. И здесь все соединим. Так, возьмем камень, поставим здесь таким образом пол. Так, теперь давайте возьмем каменные ступеньки. Кирпичные ступеньки и поставим здесь вот таким образом. Через один блок мы ставим ступеньки, то есть блок, ступенька, блок, ступенька, блок, ступенька, и здесь тоже так вот так. Теперь мы берем кирпичную плиту и ставим поверх этого всего. Так. Далее нам надо поднять вот этот кварц на высоту в 5 блоков. Один стоит, 2, 2, 3, 4, 5. Здесь точно так же. Здесь мы оставляем. Далее давайте возьмем
ступеньки из кирпича. Поставим какой-нибудь вспомогательный блок вот здесь. Ну, примерно посередине, там, неважно, слева или справа. И ставим вот таким образом ступеньки. Этот вспомогательный блок мы убираем, ставим здесь ступеньку. Вот так. И здесь делаем точно так же. Ставим любой вспомогательный блок. Ставим ступеньку, убираем, ставим ступеньки. Так, здесь мы ставим вот так, вот так. И ставим здесь полуплиту. Здесь мы делаем точно так же. А, здесь у нас 5 блоков. То есть тут мы ставим... Ну давайте, допустим, вот так поставим, да. Так, вот так. Ну и, например, полублок. Смотрится тоже красиво. Так, мы вон там пропустили, еще давайте сделаем. Так, микрофон чуток подвину. Так. Кстати, я вот купил нового микрофона, почему-то... Никто в комментариях не пишет. Кажется, никто разницы не увидел. Я сейчас делал небольшую паузу между видео. Запыхался. О, сейчас уже заикаюсь. Кто-то, может, не знал, что я заикаюсь. Ну, точнее, никто не знал, что я заикаюсь. Но так оно и есть. Так. Надо взять кварцевую ступеньку. Так, где вот он. Вот она. Так. Берем кварцевую ступеньку. Вот здесь. Ставим одну штуку и здесь. Далее берем плиту. Соединяем здесь все. И также делаем вот здесь. Так, как мы делаем здесь? Понятия не имею. Так. Ну, вроде смотрится... Фиг его знает, честно говоря. Ну, пускай будет так. Потом, если что, посмотрим, как оно. Нормально будет или нет. Потом поправим, если что. Так, здесь также... Теперь давайте возьмем еловую плиту и поставим ее поверх кварца. Здесь мы не ставим. Далее мы поднимаем плиту на один блок и ведем точно так же. И третий слой. Вот тут в прошлом видео я поставил здесь плиты вот таким образом. Давайте их поставим не вот так, а вот так, чуть-чуть повыше, чтобы он упирался в стекло. Иначе у нас крыша здесь будет упираться вот в это. Так, четвертого слоя у нас не будет. Ну, точнее, ступеньки, можно так выразиться.
И поставим ее просто вот так. И здесь тоже. Нет. Вот так вот. Так, вроде теперь у нас... нет, не готово. Так, здесь мы ставим кварцевую плиту по бокам. Далее цельные блоки по бокам. Ну и еще один посередине. И здесь посередине ставим полуплиту. Так. Здесь все есть. Доставляем здесь плиты. Так, здесь получается убираем, да? Угу. И здесь по углам также поставим. Вот. Здесь тоже можно как-нибудь похимичить что-нибудь. Вот так вот поделать, чтобы все стало красивее. Как-нибудь вот так вот. Не знаю, сделать это, нет. В принципе, это не так уж и важно. Ну, хотя кому как. Давайте сейчас сделаю как-нибудь. На отвяжись. Чтобы все было быстренько. Я ничего не вижу. Так, давайте факел поставлю, чтобы было чуть-чуть видно. Так. Вот так. Не там поставил. Так, давайте вот здесь. Ставься. Так. Вот. Ну, в принципе, там дальше можно и самим. Это только время тратить. Ладно, раз уже начал, давайте до конца доведу. Просто у меня этого не было в планах. Не знаю, зачем я это делаю. Так. Там вы закончите уже сами. Переходим в зад дома. Также берем кварцевый блок. Поднимаем здесь все на 5 блоков в высоту. Так, давайте отсюда начнем. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Также ставим ступеньки. И плиты. Так, кто мне все сообщение пишет? Я не знаю, вы это слышите или нет, но меня это очень раздражает. Так, здесь мы давайте сделаем третий слой. И вот так вот закончим. Да, теперь давайте вот встанем сюда на балкон. Сделаем тут уже саму, ну, типа комнату. Так, ставим здесь вот такую стену. Вот так. Протягиваем ее. Ну вот до сюда, скорее всего. Вот. Здесь мы посередине поставим. Так, давайте снова факел поставим где-нибудь. Где-нибудь вот здесь, по бокам факела поставлю, ну просто, чтобы было видно. Поставим, было мы 4 блока, поставим здесь дверь. И вот здесь где-нибудь еще по бокам выломаем место для окна. Так. Хоп-хоп. А, вот тут я сломал блок. Сейчас поставлю обратно. Вот.
Так, не знаю, у нас как, чё по времени? Вот, заикаюсь снова. Так, раньше вот заикался и все это вырезал. Сейчас не знаю. Может, вставлю, может быть, нет. Ну, посмотрим. Так, ну, думаю, на этом пора заканчивать. Ставьте лайк, если вы еще не сделали. Огромное спасибо вам за то, что вы строите этот дом вместе со мной. Пишите свои комментарии. И, да, всем удачи и всем пока.